Во всем мире люди очень любят ходить в театр, потому что в театре оживает сказка. В нашем саду тоже есть маленький театр. Но чудо здесь происходит самое настоящее. И сегодня мы приглашаем вас в наш маленький театр на представление. Начинаем представление. Детворение на удивление. Жили-были дед, папа, внучка, жучка, кошка. Бабка рано вставала, сладко зевала, птиц своих она поила и кормила, свой птичий дом она очень любила. Наши уточки с утра тря-тря-тря. Thank you.
Жили у бабуси два веселых гуся. Один серый, другой белый. Петя и Маруся. Yeah.
Что же делать, что же делать? Блин! Я придумала! Они же нас не понимают! А давайте эту песню споем на языке кошки и собаки! Хорошо? Ура! А вы же умеете? Да! Сначала кошки. Обязательно помыть. Вот какая мышка молодец. Давайте посмотрим. Смотрим с интересом. Давно вас лучше репу посажу.
из земли все так и прет, чтоб не стало, как гора, репку вытянуть пора. Таня, подтянись. Вытащить не могу. Давайте позовем папу и внучку. Идите скорее помогать. Тянем вместе, тянем дружно, репку вытянуть нам нужно. Ты за грядку не держись, ну-ка, репа, покажись. Тянем, потянем, вытащить не могу. Давайте позовем всех зверюшек, давайте. Спасибо.